Всем привет, друзья! Сегодня решили съездить на рынок. Вчера ходили, но рынок был закрыт. Вот, и встретили парня. Он нам сказал, что сегодня, в субботу, есть тоже рынок, но он находится в районе Махмутлар. Раньше он был по пятницам, насколько я помню, насколько видео смотрел в Ютубе. Этот рынок был по пятницам. Сейчас, видимо, он по субботам переехал туда, потому что здесь, по-моему, ремонт или что-то такое. Вот сейчас проверим, посмотрим. Доехать хотим до рынка в район Махмутлар. Пришли на остановку. Вот, сказали, что ходит первый автобус, первый маршрут. Вчера тоже проезжал первый маршрут. Я посмотрел, на лобовом стекле было написано Махмутлар. Значит, он до туда идет. Остановка называется Аскиз Садулах. Наверное. В принципе, здесь с любой вот главной улицы выходите, и вот он первый автобус здесь ходит. Ну да, это главная улочка, то есть если идти прямо туда, вот ее немножко налево, там будет уже море. Ну, как бы такая самая популярная улочка, не заблудитесь. Вот, говорит, что идти 15 минут вообще, по-моему, до туда, он говорил. Но мы поедем, потому что, ну, мало ли, нам, во-первых, от дома до сюда идти еще тоже минут 15, еще туда, не знаю, решили поехать. Вот сейчас подождем маршрутку, автобус. И поедем, посмотрим, работает сегодня или нет, что, как там, какие цены. Там уже, если что, мы запишем более детально по ценам и так далее. В общем, мы едем. Автобус подъехал, номер один. Ехать, ну, прилично, оказывается, посмотрели на карте. Ну, идти дольше. Лучше поехать на автобусе. Мы заплатили за двоих 22,5 лиры. Ну, это получается 100 рублей. Ну, то есть 50 рублей в один конец на двоих. Ну, на одного 50, на двоих 100 рублей получается. Я думал, на человека 22,5, нет, оказывается, общая сумма. Ну, как почему-то он взял так, не знаю почему, хотя указал, типа, 22,50. В общем, я ему отдал 23 лиры, и он говорит, все, идите. Пойдем сядем. Прилично вообще. Нам вчера узбек это сказал, 15 минут. Ага, 15. Ну, это, наверное, на машине, скорее всего, может да? Может быть, да. Ну, ехали, наверное, полчаса на автобусе, а пешком, ну, там, сами знаете, да, то есть больше, час, может, полтора даже идти. Примерно эта остановка находится здесь, если будет видно, конечно. Так, сейчас немножко не видно, да. В общем, на картах, это какая карта получается, Google? Да. Эта карта у нас Google, да. Там прямо будет написано субботничный рынок, вторничный рынок. Ну, на карте просто Google смотрите, Махмутлар остановка и все. Да, здесь вот светофор такой. Такая вот будка желтая. И вот, пожалуйста, здесь ориентир. Ну, то есть недалеко. Тут в основном все выходили, да? Вот прям много людей вышло. Да, пол автобуса даже, наверное, больше. По району Махмутлар. Гуляем немного, смотрим, изучаем. Вот это вот. Небольшая плантация банановая. То, что синие пакеты, под ними уже созревшие бананы, наверное, там находятся. Ну, вообще говорят, что так. Здесь вот огородик. Пенсионеры копошатся, ковыряются. Вон там, вон тоже плантация. Вон там прекрасный вид на горы. Такой район. А он еще строится. Чисто такое, знаете, окраина какого-то большого города. Жилой район, все ступеньки прикольные, пожарная лестница, наверное. Ну, в общем, ничего такого здесь нет на районе, рынок, как бы там, вон море, вон там. А здесь просто вот такие дома жилые. Это район Махмутлар. В общем, пришли на рынок, здесь начинается с одежды. Классная подделка, по 5 евро. Вот, футболки тут, ну, дальше сумки, все дела, дальше проходим, там уже у нас
будут фрукты, овощи. Ну, вот всякие золотые украшения тоже есть, очки. Одежда. Тут вот одежда. Ну, такая более простенькая. Вот. Тапочки. Тут вот вешал. Всякая мелочь. По 15 лир, по 10 лир, по 20, по 5. В общем, все, что хотите, можно здесь найти для себя. Nike. Нормально тут. Вот, 5 евро, 100 лир футболки. Армани по 100 лир не хотите? Бибос. 8 евро, 150 лир. Русских пол рынка, очень много русских. Вот, 50 лир штаны. Тут вот тоже, ну, как бы такой небольшой вещевой рынок. Бейсболки, кепки, бренды, какие хотите. Так, а мы идем дальше. Нам нужна продукция. Овощи, фрукты. Вот очки. Всякие толстовки вон по 100 лир продают. Вот по 20 лир тоже. Туалетная вода. Любой вкус и цвет, даже типа Savage есть, Dior, Fahrenheit, Lacoste, Armani, Victus, да, вон говорят, есть все. Дешевле, нету дорого. Вот так, есть все. Любая подделочка, как говорится. Ну и вот здесь вот начинается рынок, тут небольшой проход, а там вот дальше основной, мы, наверное, пройдем здесь и пойдем дальше. По ценам, лимон 10 лир. Апельсины по 10 лир, авокадо 20 лир. Ну, надо смотреть, вот зелень по 4 лиры, тыква уже готова 15 лир. Зелень, кстати, разная, есть по 5 лир, есть по 4 лиры. Мед вот есть по 15 лир апельсины, лимоны по 6 лир, по 12 апельсины. Я видел где-то по 7, вот по 8 апельсины, по 25, по 10 бананы. Лук 20, картошка 13, лимоны 10, баклажанчики по 12, 4 лиры, зелень, лук 5 лир, лук порей 15, 20 лир авокадо штука, наверное, всякие сладости, орешки, семечки тыквенные, по 15 лир огурцы, капуста по 15, помидоры по 18, по 10 вообще вон огурцы есть, по 13, по 18, по 10 баклажаны, по 3 лиры вообще зелень. Вот здесь дешевле, кстати, да, там внутри рынка подороже, здесь подешевле, да. Ну, всякие такие штуки продают, ложечки деревянные по 80 лир, по 70. Бананы вот по сколько? По 10 лир, пожалуйста. Вот я сюда приду за ними. Потому что там они по 20. По 15 есть большие. Вот вообще по 5 лир есть мелкие. Ну они, наверное, совсем уже. Такие хорошие баклажанчики по 15 лир. Вот по 10 лир бананы. Зелень 10 лир, груши 10 лир. Также вот есть финики 70 лир, 60 лир, изюм по 70, семечки, вот курага, в общем, все есть. Везде цены разные, видите, здесь уже по 20 лир огурцы, там были по 10, по 15, перчики хорошие. Одно яйцо 3 лиры стоит, вот, получается 12 рублей одно яйцо. Ну, это еще подешевле, в магазинах подороже. По 10 яблоки, по 8 лир. Мед, наверное. Хлеб вот какой-то продают свой. Так, клубника 40 лир, 45. Я видел, по 35 где-то есть. Горох уже продают зеленый.
имбирь. Так, ну вот такой вот небольшой рыночек. Но дальше прямо тоже есть. И еще, конечно же, вот туда вот одежда, в ту сторону. И туда, в ту сторону одежды. Рынок большой на самом деле. Вот, пройдем еще здесь. По овощам, по фруктам посмотрим, по ценам. Вот, надо смотреть. Везде цены разные. Вот по 15 лир апельсины. Листья салата 5 лир. Помидоры 15. Вот по 8 апельсины есть. Лимоны по 10. По 12.50. Огурцы. 10.20. Помидоры по 3 лиры уже, вот зелень. То есть везде, видите, есть 10 лир, 5, 4 и 3 уже. 15 бананы. Вот, лимоны по 7 лир, по 18 помидоры, баклажаны по 15, 25 помидоры, 20 большие баклажанчики, 8 лир вообще помидоры есть. По 20, по 20, 15, 10. Ну, в целом цены почти везде одинаковые, ну, вот так вот, если плюс-минус смотреть. Вот бананы есть по 8, по 15, то есть разные. Лук-порей 15, свекла 13, я видел свеклу по 25 вообще. Да, как бы нужно смотреть, выбирать. Вот всякие весовые крупы, булгур, чечевица, всякие специи есть, любые, какие хотите. 45 лир килограмм клубники, по 25 есть клубника, картошка 15, яйца 3 лиры штука, вот, 20 огурцы, 28 помидоры, 15 огурцы уже, видите, по 10 лимоны, ну, а вот здесь вот немножко, ну, то же самое у всех, плюс-минус, и все, мы уже на выходе. Вот это вот какая-то популярная лепешка, она такая большая, по-моему, 25 лир стоит, тут, по-моему, зелень кладется. Да, вот здесь вот сыр немножко кладется, зелень вовнутрь. Вот так они ее прожаривают. 25 лир стоило. Наверное, так и стоит сейчас. Так, сейчас пойдем в ту сторону, на тот рынок еще пройдем там. Так, ну это уже вот более ближе к центру. По 15 лир бананчики. Яблоки 15, перчик 20, баклажаны 20. Помидоры вот такие 25, огурцы 18, помидорчики есть по 15, лимоны 10, 25 такие помидоры, 30, кабачки по 20, 20 лир огурчики, 25 перцы, 15 лир морковь, 20 лир капуста. Так, тут цены нет, 25 вот такие перчики, 20 кабачки. Есть вот по 10 лир картошка, по 12 лир картошка. Масло оливковое, но цены что-то не видно. Надо будет спросить, сколько стоит. Без косточек. Какая-то авокадо, мелкая, 120 лир, по-моему, это маракуйя, папайя 50 лир, но она вообще никакая, в Таиланде она вообще желтая-желтая, это вообще не спелая папайя какая-то. Уже арбузы продают килограмм 30 лир, ананасы 80, наверное, одна штука, скорее всего. Ну, тут более экзотические фрукты, манго 200 кило, драгон фрукт 50, по-моему, называется так, маракуйя 150, дыня 120, дыня по 50 есть, карамбола по 50, и сделают соки, рабан 20 лир апельсины, 40 лир гранат. По 10 лир бананы. Можно выбрать, пожалуйста, килограмм лука 18,90.
Так, морковь 115. Ну, да, цены такие примерно везде одинаковые. Здесь 35 лир. Клубника хорошая, крупная. Ежевика 30 лир. Шелковица. Шелковица. 20 лир перчики. Вот такая вот 15 капуста. 15 вот такая капуста хорошая. Можно взять брокколи или как она называется? Брокколи, по-моему. По 10 есть мелкая. По 18 лир апельсины. Киви килограмм 20 лир. Есть по 30 покрупнее. Манго по 20, чеснок по 70, по 15 есть. По 70 там больше просто. А, килограмм 70, а пучок 15. Так, идем дальше. По 17 яблоки, по 15 есть такие вот. По 10 есть. Бананы снова по 10 лир, по 13, по 20 апельсины. По 30 лир мандарины. Здесь, 40 лир гранат, батат 50 лир. Ну, в общем, сейчас цены выросли на самом-то деле. Ну, относительно, конечно, смотря на что, но было еще дешевле. Горошком угостили. Пока ждем, пока нам делают эту лепешку. Ну, типа кастабы, кутабы, как они там называются в России. В Татарстане. Нам делают это. Нас угостили горошком зеленым. 25 лир стоит. Кутабы. Сейчас будем делать. Там, получается, начинка с картошкой есть? Есть картошка, есть зеленью, есть с сыром. Типа как с творогом, наверное, каким-то, ну, типа, да? Панир называется, сыр такой творожный. Прикольный вкус. Делают по-разному. Вон, парень вообще микс взял, можно микс взять. То есть там все перемешают. Что же, приготовили? Разделили, вот получается, одну лепешку на две такие вот части. Кустабы. Российские. Как? Вкусно? Мама лучше делает. Вкуснее? Она сухая. Ну, там еще масло же надо сверху помазать. Вот. И картошка солененькая, конечно. Ну, для тех, кто не знает, да, как бы кто не из Татарстана, условно говоря, для них может быть нормально. Я просто из Татарстана, и у нас такие штуки, ну, как бы мастера делают прям, люди очень вкусно там. Ну, это вообще не то. Ну, нормально пойдет. Для русских, да, людей это нормально. Для тех, кто в России живет, они особо не понимают, как в Татарстане это делается. Для них это нормально. А для татарстанцев это, ну, не очень. Это мое мнение. Короче, пришли с рынка. Такой стол получился. Купили полный стол. Все это вышло, в общем, на 250 лир. Ну, получается, на 1000 рублей. Но из них вот масло 45 лир. Ну, считай, вот, если масло убрать, вот эти все овощи, фрукты вышли на 800 рублей. То есть, ну, на 200 бат. Вот, масло 45 лир стоит, 0,5 оливковое. Здесь зелень. Два пучка. То есть, вот такой вот большой пучок. Это у нас петрушка. Стоит 3 лиры. Получается 12 рублей. Ну, и вот такой вот пучок укропа тоже. Он тоже стоит 3 лиры, да, то есть вот зелень, ну, вообще очень дешевая. Причем была по 6, по 5, по 4, ничем не хуже, по 3 нашли. Надо ходить смотреть просто обязательно, и все. Лук-порей. Взяли вот таких вот два пучочка. Вот таких. А килограмм стоил 10, что ли, лир или сколько. В общем, вот это все вышло на 1,5 лиры. Ну, то есть на 6 рублей. Да? Вот, дальше апельсины. Апельсины взяли двух видов. Вот одни 5 лир килограмм, другие килограмм вышли 10 лир. То есть, по-моему, вот эти вот 5 лир, да, а эти 10 лир, они немножко побольше. Ну, попробуем, какие из них лучше, какие вкуснее, я пока не могу сказать. Бананы.
Бананы разные. Есть по 10 лир, есть по 15, есть по 18. Эти бананы по 8 лир. Мы уже попробовали, они очень сладкие, вкусные. Морковь стоит 15 лир, но мы там мы взяли по 15, но была еще морковь по 10 лир. Мы взяли по 15. Весовые оливки. Здесь 300 грамм. Они не соленые. То есть бывают соленые, с лимоном. Я взял хорошие, ну, стандартные, классические. Килограмм стоит 100 лир. Здесь 30 лир, 300 грамм. Помидоры взяли хорошие, вкусные, они, по-моему, 18 лир, да, стоили? 20 даже, по-моему. Или 20, или 20, или 18. В общем, там тоже разные цены, сами видели. И по 5 лир есть, но они такие уже порченые немножко. Вот эти вот очень хорошие, мягкие такие, на салат. 20 лир, ну, килограмм, 80 рублей, это вообще копейки, потому что в России сейчас стоит гораздо дороже. Капуста, обычная, классическая, да, пол капусты взяли, потому что у него большие ветчины были. Стоит, ну, взяли мы за сколько он сказал? 10 лир. Пол капусты дал. Да, но это у нас там он обманул. Ну да, короче, там получается он обманул. Там вот такой большой качан 110 лир. Он вот типа говорил, что килограмм якобы 110 лир. Ну короче, вот этот качан 10 лир обошелся. Но это не так, имейте в виду. Там было, по-моему, даже и по 8 лир, и по 5. Да, и они такие, цены. Да, они как бы видно, такие были зелененькие, вкусные. Картошка разные цены, 8, 10, 12, 15. Вот это 9 лир картошка здесь. 8, ну, по-моему. 9. 9 лир здесь, 2 килограмма. Яблоки по 10 лир, и красные, и желтые, вот, здесь она еще бабуля еще доложила на пару яблок, то есть здесь их тоже килограмм. Перчики, есть вот такие вот, есть вот такие вот, по-моему, тоже 10 лир, я сейчас не помню точно, вроде да. Дальше, вот такой большой пучок, это листья салата, здесь довольно-таки много, сколько стоило? 5 лир. 5, по-моему, или 6. 7, ну, что-то такое, немного, недорого, да. Вот, и огурцы здесь, ну, они тоже такие пупырчатые, хорошие. Здесь килограмм, 10 лир. Есть тоже по 15, по 20, надо искать, смотреть. Ну и клубника, здесь он даже чуть больше положил. Причем он просто лопатой там гребет, я не знаю, там, накидал тут, может, кило 100, кило 200 где-то. Вот, клубничка такая, ну, нормальная. Вкусная, аромат классный. Стоит 35 лир, да? Или 30? 30. 30 лир килограмм. Ну вот, как бы все про все, вот это вышло на 800 лир, ой, на 800 рублей. Ну, плюс масло, конечно, да, вот, ну, с маслом, в общем, все вместе, 1000 рублей, получается, 250 лир. Вот, будем сейчас разбирать все, и во вторник пойдем уже на наш рынок.